ли еще будет? Барнаульцы в социальных сетях обсуждают коммунальные аварии, которые испортили выходные жителям сотни многоэтажных домов. Люди задаются вопросом, почему тепловые сети не выдерживают даже первых морозов и для чего энергетики регулярно проводят, получается, бесполезные опрессовки. Так, в воскресенье на улице Горно-Алтайска случился порыв на трубе диаметром 300 миллиметров. Устранением аварии занимались работники Барнаульской теплосетевой компании. Три бригады из 12 человек. Все это время жители находились в своих квартирах без горячей воды и отопления, размещая в интернете вот такие говорящие ролики. Еще одна коммунальная авария на улице Глушкова. Из-за поврежденного на теплотрассе клапана замерзать пришлось жителям 49 многоэтажных домов. К сожалению, подобное в Барнауле происходит ежегодно. Однако, по мнению экспертов, связано это не только с перепадами температур, а сколько с общим изношенным состоянием инженерных городских сетей. Это тема СГК, Сибирская генерирующая компания. Для того, чтобы вот таких вот вещей не было, надо внимательнее, так скажем, анализировать ситуацию с инженерными сетями. То есть вовремя, значит, менять. Они инвесторы, они должны, в общем-то, в плановом порядке более внимательно подходить к этим вопросам. Ну, есть проблема, правда, хватит ли этих денег, которые у них есть, чтобы все сразу сделать. Состояние сетей очень плохое. Раз такие вещи происходят. Порывы будут, очевидно. Ну, в каком состоянии вся эта инженерная система находится? Ясно, что там работы очень много.